30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. В преддверии праздника в Главном управлении МЧС России по Коми прошло награждение отличившегося личного состава. Среди них сыктывкарский огнеборец Сергей Мячин, который в составе звена спас людей на пожаре. По его словам, сложности добавляла высотность здания и задымленность помещений. Но хладнокровие бойцов позволило вытащить из огня 10 человек. В тот момент не думаешь, как-то это уходит на второй план, потому что ты знаешь, что там в дыму где-то находятся люди, им нужна помощь. Стараешься эти мысли куда-то убрать и не думать об этом. Отметим, что сотрудников пожарной охраны можно назвать универсальными солдатами. Они борются не только с огнем, но и выезжают на дорожно-транспортные происшествия, а также устраняют последствия стихийных бедствий.